Уважаемые друзья, дамы и господа, коллеги, сегодня мы собрались здесь, у Дворца Республики, чтобы открыть торжественно мемориальный госпиталь. 35 лет тому назад здесь, в Алма-Ате, состоялось маленькое чудо. Здесь собрались представители 146 стран мира и приняли знаменитую Алматинскую декларацию, которая провозгласила впервые в истории человечества право каждого человека на охрану своего здоровья и в первую очередь через обеспечение жизненно важных медицинских услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи. Это замечательное событие, здесь присутствуют люди моего поколения, которые проводили эту конференцию. Здесь присутствуют студенты медицинского университета, здесь присутствуют бакалавры, доктора. Здесь у нас гости из различных стран, которые пришли посмотреть эту церемонию. И вот на нашей этой церемонии сегодня присутствуют два человека, которые имеют прямое отношение к этому знаменитому событию. Директор регионального европейского бюро Жужана Джакоб, здесь она. Она приехала сюда специально сегодня для того, чтобы принять, открыть эту доску и завтра принять участие в конференции 35-летия нашей конференции. На этой конференции завтра мы ожидаем около 70 стран мира, делегации, это все будет завтра. Но сегодня вот мы открываем эту доску. И второй человек, который имеет прямое отношение к этому событию, 35 лет тому назад министр здравоохранения Казахской ССР тогда, академик Шарманов, был организатором соучредителем, да, вот этого знаменитого совещания. И прошло 35 лет, но события тех 35 лет, с каждым днем они становятся все более четче, все более выпуклые, все более важные. И с вашего позволения, с приветствия, разрешите первое слово директору Европейского бюро ВОЗ, потому что эту конференцию организовала Всемирная организация вместе с ЮНИСЕФ. И господа Сюзанна Джакоб представляет эту высоко уважаемую организацию. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be here, and I would like to start by thanking the government of Kazakhstan for hosting this very important event, which is the 35th anniversary of the Almaty Conference and Declaration. Высоко поздравляю, дамы и господа. Я благодарна вам за то, что вы собрались здесь на открытие мемориальной доски, которая связана с 35-летием Алматинской декларации. Why was this Almaty Declaration so unique? Почему была уникальна эта Алматинская декларация? It was unique because for the first time it set a very ambitious goal of health for all by the year 2000 to ensure that everybody has access to health, which would enable them to lead a socially and economically productive life. Она была уникальна, потому что провозгласила цель здоровья для всех к 2000 году, для того, чтобы обеспечить равенство для всех и доступ к экономической и социально-продуктивной жизни. At the center and at the heart of this ambitious goal was primary healthcare. В центре и в сердце этих амбициозных целей была первичная медико-санитарная помощь. And at that time primary healthcare was a vision. A vision for which it was too early. And time has come now for primary health care across the world. This shows how visionary our leaders have been. В то время медико-санитарная помощь была еще только видением, которое было слишком ранним. Но время доказало, что это видение, оно воплотилось и реализовано на практике. It was the first time that equity in health was put on the international agenda. Also intersectoral collaboration and community participation, which we call today horizontal and participative governance for health, was put on the global agenda. И в то время впервые было оглашено равенство всех после этого хранения, а также межсекторальное сотрудничество, которое привело к тому, что сейчас у нас есть равенство и доступ
всех разных степеней здравоохранения. But also new values were introduced, which were new at that time, but since then they have influenced all the global policies, like social justice, like equity, like dignity, like solidarity. И в то время были также представлены новые ценности, такие как социальная справедливость, социальное равенство, солидарность, социальная справедливость, равенство и солидарность. The primary healthcare declaration has been the basis of all the global strategies and policies, as well as the regional policies in our European region, and therefore over the last 35 years we always kept the Almaty declaration alive. И Алматинская декларация была в сердце и в основании всех наших региональных политик и программ, которые мы принимали в Европейском региональном бюро. И с того времени мы все время хранили в нашем сердце, хранили живой Алматинскую декларацию. In the European region we kept it alive through the new European Health Policy Health 2020, but also through the Tallinn Charter, of which we had the second conference just a few weeks ago in Tallinn on health system strengthening, at the center of which we have primary health care. И конечно, многосанитарная помощь всегда была в сердце наших программ, включая нашу новую программу «Здоровье 2020», а также Таллинскую хартию. По ней прошла вторая конференция несколько недель назад. And Kazakhstan also managed to keep the primary healthcare spirit alive through its health system strengthening, for which I would like to congratulate the government. And I would like also to thank personally to Professor Sharmano, who was a visionary leader of that time. И Казахстан смог сохранить медико-санитарную помощь живой и действенной. Я хочу поблагодарить за это правительство Казахстана, а также академика Шарманова, который в то время был министром здравоохранения Казахской ССР. Who, together with Dr. Mahler, who was the director general of WHO in those days, managed to have the Almaty declaration adopted in full consensus here, which was a tremendous moment for global health. И академик Шарманов вместе с доктором Майером, который в то время был генеральным директором ВОЗ, они добились того, что Алматинская декларация была принята в полном консенсусе и полном участии всех участников. And at one point in time I asked Dr. Mahler, why did you take this conference to Almaty? Я спросил доктора Майера, почему эта конференция была проведена именно в Алматы. And he said that, you know, we investigated the possible sites of this conference for a long, long time, and there were many reasons why we took it to Almaty. Он сказал, мы много времени исследовали место проведения этой конференции, и есть много причин, почему мы выбрали именно Алматы. But the most important reason was that it had a dynamic and energetic leader who believed fully in the concept of primary healthcare. Но самое важное, что в то время был динамичный, энергичный лидер, который полностью верил в концепцию медико-санитарной помощи. And today, when we unveil the plaque on the primary healthcare declaration, it is very important to remember our heritage, to remember our past, but at the same time also to recommit ourselves to the principles, to the values that are laid down in the declaration, which has influenced global and regional health development ever since. И сейчас, когда мы открываем мемориальную доску, посвященную 25-летию Алматинской декларации, для нас важно помнить тех, кто стоял у истоков принятия этой декларации, и о том, что первичная медико-санитарная помощь, она сегодня живая и действенная, и сегодня это стало реальностью, потому что было видение 25 лет назад. And finally, let me thank again to the Kazakh government, and first and foremost, Dr. Khayyum Rakova, Minister of Health, for keeping this heritage alive and also organizing this great event in a generous way. И позвольте поблагодарить правительство Казахстана и, прежде всего, министра здравоохранения, доктора Кожбекову, которая помогла в том, чтобы сохранить первичную медико-санитарную помощь живой и действенной, а также в организации этого важного события и в том, что нам был оказан такой щедрый и радушный прием. Большое спасибо за ваше внимание.
Уважаемые коллеги, мы поблагодарим доктора Джеков за очень хорошие теплые слова приветствия. И вторым человеком у нас выступит сегодня Тургель Шарманов. Человек, который за заслуги перед всемирным здравоохранением получил золотую медаль Леона Бернара. Человек, который является почетным гражданином города Алматы. Человек, который организовал это мероприятие. И я думаю, для нас это великое удовольствие видеть Тургеля Шармановича здесь. Тургель Шарманович, вам, пожалуйста, слово. Это волнующее событие. Прошло с тех пор 35 лет. В этом здании, начиная с 6 по 12 сентября, прошла эта знаменитая, названная великим событием истории мирового здравоохранения, которая приняла Алматинскую декларацию, названную в ООН Великой хартии мирового здравоохранения. Эту честь удостоил как раз именно благодаря тому, что эта конференция проведена вот в Казахстане. Казахстан авансцены мировом, если можно сказать, сцене, это заговорило о себе имя своим прекрасным городом Алмата. Алмата стала меккой мирового здравоохранения. И отныне от того, в 6 дней, когда прошла эта конференция, назвали это честь, перевернувшие направление мирового здравоохранения. И по тому, как христианский мир называет, что жизнь человека на планете, если делить до рождения Христа и после рождения, то вообще развитие мирового здравоохранения надо делить до Алматинской конференции, после Алматинской конференции. Я счастлив, что мне удалось как-то, в общем, эту конференцию забрать, уже намечен был в Ташкенте, забрать именно в Алмату. Именно Алмата стала брендом для мирового здравоохранения. И весь мир, сейчас можно сказать, именно под флагом Алматинской декларации, который вообще за принцип взял философию, принципы Алматинской декларации, развивается именно по тем принципам. Сейчас я могу поблагодарить как раз Сюзанну Чаков, которая вообще-то в последнее время особенно как-то на Алмату обращает внимание и считает эту Алматинскую декларацию как своего рода конституцией мирового здравоохранения. Я благодарен своей судьбе, что именно проводил в Алмате эту конференцию, но эта конференция была совершенно необычная, не в четырех стенах. Это практически на площадке 1 000 000 квадратных километров. Это Караганда, Карагандинская область, Чимкент, Чимкентская область, Алматы, Алматинская область, это Бишкек, это Ташкент, Фергана. В этих регионах на самолеты, на машинах, 100 маршрутов как раз все на прямом диалоге, то есть в режиме прямого диалога медицинскими сестрами, врачами, главными врачами, простым народом, на базарах, практически. Для этой конференции приехал и приветствует от Соединенных Штатов Америки, возглавляет делегацию Соединенных Штатов Америки Эдвард Кеннеди. Иран, Реза Пехлеви, Шахина. Многие государства прислали сюда вице-премьер-министра, генерал-губернатор южноамериканской страны. Практически эта конференция необычна из-за того, что прошла на площадке. На площадке вечером допоздна обсуждали в этом здании. 12 числа, ровно 10 часов утра, главная врач, это Анжела Дэвис с Африки, прочитала Алматинскую декларацию. Делегаты из 146 стран, многие из них как-то слезы стояли в глазах. Это был священный момент. Изменился мир. Творилась революция в умах. И она как раз спустя 35 лет, столь отдаленное время, еще раз мы говорим, что это не ценность непроходящая. Потому что после этой конференции, благодаря Алматинской декларации, все государства планеты признали право человека на здоровье. Это в истории первый раз за всю историю. Поэтому с
ценность этой Алматинской декларации – это такая ценность, которая, подарившаяся, можно сказать, миру, сохранить свое здоровье. И это огромное счастье, если можно сказать, нам, алматинцам, что именно здесь творилось это чудо. Спасибо вам. С вашего позволения, тогда мы попросим вас двоих открыть. Thank you.